мы с тобой не только коллеги вот по этому музыкальному цеху, мы с тобой еще и стрельцы, то есть у нас и дополнительные схожести. У меня нет специально написанной песни к этому дню, но я сегодня абсолютно искренне и с огромной радостью хочу спеть для тебя одну из своих любимых песен, которая была написана для, к вечеру памяти героя России, генералу Александру Лебедю, человеку, которого я безумно уважаю, безмерно уважаю, как человека, как настоящего мужчину. Когда Инну Александровну, супругу, спросили, как вы вообще с таким человеком сложным живете, знаете, что она ответила? Она ответила всего одну фразу. «Когда мой муж со мной рядом, я в этой жизни ничего не боюсь». То есть эта песня написана для настоящего мужчины. Миш, сегодня она звучит персонально для тебя. Я люблю тебя, сильного. Вовсе не однозначного,
вы своему мужчине могли сказать, когда ты со мной рядом, я в этой жизни ничего не боюсь. Милые и любимые мужчины, я каждому из вас желаю, чтобы ваша женщина именно вам с радостью говорила эти слова. Когда ты со мной рядом, я в этой жизни никого не боюсь. Сегодня эти слова достойно прозвучали для настоящего мужчины, замечательного человека, талантливого автора Михаила Фирюлина.